Действующий президент Игорь Дадон может официально начать предвыборную кампанию. Несколько часов назад Центризбирком зарегистрировал его в качестве кандидата. Инициативная группа поддержки Игоря Дадона представила документы и подписные листы в Центральную избирательную комиссию в прошлый понедельник. На протяжении 7 дней их проверяли, и вот ЦИК вынес решение. Ранее глава государства заявил, что каждую из 25 тысяч подписей тщательно перепроверила его команда еще до того, как передать листы в ЦИК. На данный момент зарегистрировано 4 участника предвыборной гонки. Лидер нашей партии Рената Усатый, председатель ППДП Андрей Настаси, кандидат ЛДПМ Тудар Делиу и Игорь Дадон, который баллотируется как независимый кандидат.